Отчетный матч был примечателен во всем, стартовое вбрасывание шайбы совершает президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Затем с первых секунд встречи инициативу забирают гости, хоккеисты подмосковного «Витязя». Ошибки и нерасторопная игра «Торпеда» оборачиваются пропущенной шайбой на четвертой минуте. Отличился Иван Ларичев. К удивлению многих, в том числе и тренера нижегородской команды, больше в первом периоде «Витязь» не забил. Был доволен, что только был 0-1 после первого периода, потому что мог быть еще больше. А самое главное было зайти в раздевалки и поговорить с ребятами, что они побыстрее начали играть. Нужные слова, сказанные главным тренером нижегородской команды, обернулись совсем другой игрой. «Торпеда» наконец-то показала зубы и стала играть в атакующий хоккей. На 6-й минуте второго периода нижегородцы сравнивают счет. Квинтон Хауден вернул уверенность своей команде, но ненадолго. Менее чем через 2 минуты «Витязи» вернули должок. Шайбу забросил Иван Петраков. 2-1. Гости немного снизили скорость игры, и за 6 минут до конца второго периода «Торпеда» снова сравнивает счет. На этот раз отличился Дамир Жафяров. Дальше началась фантастическая перестрелка. «Витязь» буквально накрыл «Торпеда» серией мощных бросков. Игрокам пришлось ложиться под шайбы, чтобы сохранить счет на табло. На 3-й минуте заключительного отрезка матча «Торпеда» впервые вышла вперед. Шайбу забросил Михаил Орлов. 3-2. Обстановка накалялась, и «Витязь» стал играть уже в грубый хоккей. На 12-й минуте, заработав 2 удаления, гости снова пропускают еще одну шайбу. Для легенды «Торпеда» Михаила Варнакова она стала 200-й. Концовка встречи стала проверкой на выносливость. Нужно отдать должное обеим командам. Силовые приемы, финты, было все, но уже без голов. «Торпедовцам» удалось держать команду, которую уже окрестили сенсационным лидером КХЛ. В концовке, конечно, допущенные ошибки, это при игре в большинстве, когда ты пропускаешь в большинстве, я считаю, что это переломный момент. На льду находятся лучшие игроки, конечно, не могут такие ошибки допускать. Общий не самая лучшая игра наша, да, но самое главное, очка и победа сегодня была. А так, готовимся к следующей игре. «Витязь» отправляется домой, где проведет 3 матча против минского «Динамо», Салавата Юлаева и «Трактора». У «Торпеды» впереди еще 2 матча дома против того же Салавата Юлаева и «СКА». Антон Ганин, Никита Вертлин, столица Нижней.